кто скажет мне, это я, кто есть я, что есть я, как мне жить дальше, не ведая, кто есть я, что есть я. Просто беда, кто и когда скажет мне, кто есть я. Где моя песня неспетая, зов любви, свет огня? Если умру, кто посетует, кто помянет меня? Просто беда, кто и когда скажет мне, кто есть я? Вряд ли дождусь я ответа, где мой счастливый мир, жизни моей и просвета нет. Тщетна мольба безответная, кто есть я, что есть я, может быть, скину бесследная, кто есть я, что есть я. Просто беда, кто и когда скажет мне, кто есть я. Сэр, добрый вечер, добрый вечер. Я благодарю тебя, Джон, за сегодняшний вечер. Ты знаешь, я, кажется, нашел пациента, который мне нужен. О, нет, нет, я считаю, что ты не должен приглашать эту малограмотную девушку из «Красной крысы» для своих экспериментов. Ну что ты, я даже об этом и не думал. Да. Пух! Немедленно уложите доктора в постель, ему необходимо хорошенько выспаться. Разумеется, сэр. Сделаю все, что в моих силах. Да. А я, пожалуй, пойду домой. Доброй ночи. Доброй ночи, сэр. Что-нибудь еще, сэр? А разожги камин, да. Отправляйся спать, сегодня ты мне побольше не понадобишься. Доброй ночи. Доброй ночи, сэр. Доброй ночи. Пу! Сэр? Скажи, ты же знал его отца в его лучшие годы. Он же был исключительно крепок духом и рассудком, не правда ли? Он лучший джентльмен изо всех, кого я знал. И у него доброе сердце. Он не мог пройти мимо чужого горя. Ну а сэр Деверс Кэрролл, отец сына? Ну и достойнейший, и весьма респектабельный джентльмен. Я бы сказал, настоящий аристократ. Но ваш отец, сэр, он несколько другой. Вы понимаете, о чем я? Нет. Он любил говорить, что нельзя ни о чем судить, не испытав это самому. Я должен сделать это ради него. Что, сэр? Ничего. Ничего. Доброй ночи. Доброй ночи, сэр. Нельзя ни о чем судить, не испытав это самому. Выбор предрешен, предопределен, неумолим закон,
неизбежен, о, этот звездный час, если выпал шанс, не повторится он, вся жизнь моя поставлена на кон. Мой Рубикон в эту минуту, в этот момент в жизни моей настало время перемен. Радость открытий новых найти мне даст эксперимент. В эту минуту пробил мой час. Спасти смогу я всех, кого еще не спас. Мой час свершения, час пробуждения неведомых мне сил. И вот он наступил. Истина.
под грубью, да? Есть. Как рассвет. Thank you.
хотел расстраивать мисс Эмму, но вам я расскажу, сэр. Конечно, я не имею никакого права осуждать доктора, но он постоянно запирается в лаборатории, приказал мне оставлять ему еду на лестнице и уходить, и не смотреть, как они ее забирают, и никого к нему не допускать. И все это время он был один? Один? Нет, сэр. Вам же было приказано никого не допускать. Я не впускал его. Очевидно, сам доктор открывал ему дверь. Я бы никогда не впустил в дом доктора джентльмена такого сорта. Однажды я видел его. Он стоял перед камином, уставившись в свое отражение. Он приказал мне убираться вон, больше не беспокоить ни доктора, ни его самого. Но позже, той же ночью, я слышал, как доктор или кто-то другой в лаборатории плакал, вскрикивал, стонал. Стонал, я бы сказал, нечеловеческим голосом. Пол! Пол! Стар! Где заказанный мной препарат? Это уже был у фармацевта! Сколько мне его ждать? Вот они, стар. Я не хотел вас беспокоить. Хорошо. Отнеси в лабораторию. Немедленно! Да, сэр. Стой! Вот, его необходимо передать мисс Керу. Скажи, что я могу опоздать на праздник и совсем на него не попасть. У меня очень сложный пациент. Сахарно. Да, ступай. Да, торопись! Не сейчас, позже. Доброе утро, Генри. Что за вес у тебя вселился? Доброе утро, Джон. Я должен уехать. Куда? Зачем? Объясни. Это моя работа. Ты мой друг. Ты должен меня понять. Я друг. Я пойму. А Эмма... Потом, Джон! Ты так безумно увлечен, ты поглощен своей работой, не можешь думать ни о чем, совсем не видишь никого ты. Тебя не помню я таким, и я теперь не знаю, кто ты. Ты одержим, ты стал другим, ты стал чужим, ты стал чужим. Еще вчера с тобой вдвоем, и боль, и радость. Едины мы во всем, любую чашу вместе пили, и я не знаю, что с тобой, как же без тебя вселился, ты не со мной, ты не со мной, ты стал другой, ты стал чужой. Я чувствую, будто бы украшка, пока дороги верные не нашел. Эмма, я боюсь, ты заблуждаешься. Он слишком далеко уже зашел, как бы вдруг с ума не сошел. Безумный мир, он сам себя увлек. Боюсь, что вместе с ним и ты сгоришь, как мотылек. Он просто сильно увлечен, он поглощен своей работой. Нет, здесь работа ни при чем, экспериментом нет счета, его не помню. Случилось что-то, он так решил, еще чуть-чуть, стал другим, и я решу, стал не чужим. Что безумного не хочу, но мне не жаль, я своим разумным угадал. Я еще вчера, я не знаю, я не знаю, я не знаю,
посетительницу. Скажи, что я очень занят, отошли ее. Разумеется, сэр. Тем более, что на ней слишком мало одежды для настоящей леди. Я думаю, она нашла на улице вашу визитную карточку, которую вы случайно обронили. Что? Мою карточку? Да, сэр. Я приму ее. Как скажете. Я приму. Доброе утро, мисс. Доброе утро, сэр. Простите, мисс... Люси. Люси Харрис. Я познакомилась с вами как-то ночью в Красной Крысе. Как отличить? Да, да, конечно, конечно, я помню вас. Проходите. Ну и что же вас привело ко мне, мисс Люси? Вы тогда сказали, что если мне понадобится помощь друга, я... Английские джентльмены. Некоторые из них так искусны, когда хотят сделать больно. Скажите, вы обращались в полицию? В полицию? Да. Станет полиция слушать жалобу такой девушки, как я, на такого богатого джентльмена? Смешно. Но знаете, я не забыла его имени. Хай. Эдвард Харт. Но почему же вы все-таки обратились именно ко мне? У вас есть родственники в городе? Нет, у меня никого нет. А вы дали мне свою карточку? Да, конечно, конечно. Сейчас я...
нежность рук, чутких рук, теплых, как лето, ласковых, как волна. Влюблена, как хорошо и легко мне, как будто весна. Чувствую себя настоящей леди. Вы есть леди. Самая необыкновенная. Ласку свою дарит он мне, я ею полна. Этот сладкий миг запомню на все времена. Быть я, кем я была, жила, как птица, что без крыла. Теперь все в прошлом, в том кошмарном сне, как будто крылья дали мне. Хочу взлететь, но как посметь, если можно любить такую, как я, то значит всегда смогут сбываться все мечты, если сказочный принц вдруг полюбит меня. Пусть будет таким, как ты. Но раз я знаю, чего хочу, мой день настанет, и я взлечу. И в той бескрайней звездной вышине звезда любви даст силы мне из высоты. Услышишь ты, если можно любить такую, как я, то значит всегда смогут сбываться все мечты, если скажешь. Мне подарит любовь. Пусть будет таким, как ты. Как ты.
Что с ним могло случиться, отец? Я не понимаю. Я вижу, Эдем, выслушай меня. Нынче напрасно поражение. Ты должна помолвку разорвать. Я ныне по силу испытания. Но ты сам чем решил не менять. Эмма, ну пойми, ведь я тревожусь о тебе. Отец, не надо. Мне тревожно за него. Помоги им. Я не люблю избитых истин, но у меня были уже никого. А я себе не представляю жизни без него. И я пытаюсь гнать дурные мысли, но трудно уберечься от всего. Прошу прощения, сэр. У меня письмо для мисс Эммы от доктора Джекила. Благодарю Бога. Что у него сложный пациент за городом, и он не успевает вернуться к празднику. Господи, что мне делать? Ну, если хочешь, я могу помочь немножко с собой. Что-нибудь передать доктору Джекилу, когда он вернется? Нет. Здравствуйте, Пул, а что, Генри еще не возвращался? Нет, сэр, я уже начинаю беспокоиться, не остался бы он без ужина. Я, пожалуй, поспешу домой, постараюсь что-нибудь приготовить для него. Постойте, Пул, я пойду вместе с вами, не могу вас кое о чем спросить. Да, прошу прощения. Да. Идем, отец. Без Генри мне здесь делать нечего. Так скажут, мисс Эмма. Мисс Эмма. А вы не уходите. Такой праздник. Обещали необычный фейерверк. Останьтесь, я умоляю вас. Может, правда задержишься? Мистер Страйк развлечет тебя хоть немножко. Я благодарю вас, мистер Страйк. Но у меня не слишком подходящее настроение для развлечения. Идем, отец. Саймон, скучаете? Вы не видели нашего епископа? Странно. Благотворительный праздник и опять без него. Не волнуйтесь, генерал, наш главный благодетель еще себя обязательно проявит. Вы думаете? Уверен. Слава Богу, тут нет этого ужасного доктора Джекила. А лучше бы вообще исчез. Тихо. Черт!
Тут тобой как раз интересуется настоящий джентльмен. Вы, наверное, хотите, чтобы я повторила номер? Только лично для меня, если возможно, в облике кающейся Магдалины. Что, прямо здесь? Благословение произойдет в более интимном месте. Святой отец, умоляю вас, спасите меня! Что, пожалуйста? Спасите ради всего святого! Что? Кто вы? Что вы? Дьявол вселился в меня! Кто вы? Грешница! Великая грешница, погрязшая в блуде, распутстве и вожделении! Исповедуйте! Святой отец, исповедуйте ради Бога! Грех на мне! На мне грех! Тяжкий грех! Храм – наиболее подходящее место для исповеди! Так храм! Я не смогу дальше жить! Я больше не увидела храм, стоит храм. Кайтесь, дитя мое, и дьявол не изыдет из плоти вашей. Деточка, вы не уходите, я ненадолго. Господь милости, он никогда не оставляет заблудших чад своих. Он сам исцелял бесноватых. Да что же вы так дрожите? Уже ли грех ваш настолько страшен? Страшен? Ну что вы? Вы даже не представляете, святой отец, небом. Он смертелен, грех на мне. И на докторе Джекеле. Как? Вы согрешили с доктором Джеком? Так значит, это он воплощение дьявола. Настало время исповедаться самому, святой отец. Прекрасная барышня, Ромео-исповедник и заблудшая Джульетта, а не слишком ли юна для пылкого Ромео? Вы что, забываете, кто я? Да кто же вас не знает? Нежный пастырь, особенно для женского пола, развратник и лицемер, и епископ Бельзингстаг. Дьявол, воплотник.